А может, знаете эту песню? Вот прекрасный автор, на мой взгляд, Анес Зарифьян из Фрунзе. Горластый петух ярко-красный кивал головой, и в небе вращался серебряный ратуши шпиль. Мальчишка и девочка бегали по мостовой. Назвали ту девочку Нелли, а мальчика Тиль. Веселый шум ее с собой увлекал. Была их игра, как лазурное небо чисто. Он вечно дурачился и приключений искал. А в ней созревала печальная песенка та. Стук в ночную дверь чудится всегда. Скажи, мой любезный друг, не нависла ль вдруг над тобой беда? Мой злой, он дерзко взял и ушел, и кровь петушиная брызнула, значит, война. Рожки задудели, был месяц, как золото жжет. Печальная Нелли все ночи ждала у окна. Святая колдунья, волос золотая река, в зрачках отражалась свеча. Ни стона, ни боли, только немая тоска. И песенки той неотвязный мотив по ночам. Ах, бедная Нелли и вечно буянищий тиль. Другая эпоха, иные сейчас времена. Мы многие чувства давно уже сдали в утиль, но женская верность и нынче бродяга нужна. Пути наши круче, темнее, опаснее ночь. Отваги и смелости требует век непростой. Стук в ночную дверь чудится всегда. Скажи, мой любезный друг, не нависла ли вдруг над тобой беда? Мой злой.
забудь, продолжай свой путь, только счастлив будь от моих молитв, мой друг. То есть, кому я пою? Нет, вы же в паре в стенке выступаете. Вот в паре выступаю, хотела как раз рассказать. Вот у меня есть друг, с которым мы дружим уже очень много лет. И он замечательный исполнитель, Владимир Гольцман, вот из Казани. И мы как раз поем авторскую песню классическую дуэтом. И вот даем иногда концерты. Там и Берковский, и Никитин. Я Куджава. Вот. Ну, играет он. На голос у нас хорошо получается.